Хороший густой дымок, поляки умеют делать. Сочно. Дыма 0,509 красный. Дымит почти. Дым абсолютно не пачкается. Самое главное, то, что вылетает вот отсюда, это либо в сторону от вас. Ну, я думаю, Максима 0,509. Трубка сама, тем он гуще. Будьте внимательны при выборе этого дыма, потому что многие говорят, что дымы отличаются только временем горения. Хороший сочный дымочек. Поляки знают, как делать. Круто. Очень-очень хорошо. То есть само облако дыма вас не окрасит. Самое главное то, что вылетает вот отсюда, абсолютно любого дыма держать под себя. Потому что это горячие частицы, пинбол. Дым хороший, дымит до 40 секунд, мощный. И при фотосессии, если вы хотите фотосессии, используйте для фотосессии тактический дым для съемок. Хороший, сочный, мощный.